Но пока Арсен Аваков заявляет, мусорный львовский караван идет. На этот раз фуры обнаружили в Полтавской области. Полиция остановила их неподалеку от Кременчуга. Как оказалось, у водителей были только маршрутные листы и никаких документов на отходы. Говорить, откуда мусор, они поначалу отказывались. Потом признались, что едут из Львова, что часть машины из Тернополя, они их арендовали. Не смогли водители внятно ответить, куда они отправляются, поскольку сначала заявляли о том, что в Полтавскую область, потом якобы в Одессу. И вот что стало известно народному депутату Сергею Каплину. Найгірший сусід той, хто своєму іншому сусіду приносить пакет із сміттям, який смердить, приносить під двері. Те саме відбулося з міським головою Львова Садовим. Так само смердячим є його вчинок привезти в Полтаву, Кременчук, на Глобинщину, Одесу, Запоріжжя, Дніпропетровськ, сміття із свого міста. Ми зобов'язані разом з вами, доки Садовий не засмітив всю нашу країну, не розповсюдив екологічне лихо по всій території нашої держави, проголосувати відповідні рішення і дати правову оцінку його діяльності. И уже вечером Сергей Каплин проколол шины фурам, которые привезли в Полтавскую область львовский мусор. Видео он выложил у себя в Фейсбуке на странице. И сейчас автозаводской суд Кременчуга рассматривает ходатайство областной прокуратуры об аресте и проведении обысков в машинах, задержанных сегодня. О результатах этого заседания мы расскажем завтра.